Раз, два, три. О! Да! Прямо в кольцо! Воу! Что это у меня на голове? Это, ребятки, новый видос по VR World Beta. И сегодня я собираюсь играть вместе со своими подписчиками. Так, ребятки, я в игре. Оу, сколько вас здесь? Чуваки, я вас всех рад видеть. Здорово! Давайте сюда, чуваки. О-хо-хо-хо! Да тут прям целая армия! Чем мы сегодня вместе с вами займемся? Хватаю горстку людишек, и давайте мы с вами попытаемся сыграть вместе с ними в паркур. Итак, ребята, кто из вас впервые пройдет весь этот паркур, получит от меня крутейшую награду. Понеслась! Оу! Вы видели это? Давай. Нет, давай, иди, проходи. Туда. Я им пальцем буду показывать. Окей, сейчас у нас будет 4 участника. Смотрите, будем как комментаторы. Кто же первый сможет добраться до вершины этого паркура и искупаться в этом замечательном джакузи? О-о-о, смотрите, кажется, гость 666, серьезно? Окей, чуваки, я хочу его запульнуть туда. Прям сейчас ты полетишь в джакузи. Это было... Вау! Вы видели это? Ничего себе, он улетел! Как ты так далеко улетел? А, понятно, ребятки. Этот паркур вел нас к этому огромному джакузи. Кажется, я все понял, чуваки. Паркур проходить вовсе не обязательно, потому что они там смогли закарабкаться. Ладно, чуваки, сейчас вы полетите вниз. Воу! Так, давайте я их попытаюсь смахнуть туда, в бассейн. Итак, ребята, кто из вас может пройти этот паркур? Точнее, полосу препятствий. Потому что сейчас я буду нажимать на кнопки и буду вас уничтожать. Да, ребят, я когда играю в VR, я схожу с ума потихонечку. Так, ребята. 3, 2, 1, нажимаю на кнопку. Давай, активируйся. Опа! А! Мне мои подписчики помогают. Так, еще раз нажимаю на эту кнопочку. Хоба! Снес платформы. Эй, ну басики, а ну-ка кыш. А ну-ка кыш от моего лица. Кыш. А ну-ка разлетелись быстро, я вам сказал. Они пытаются мне на голову залезть. Эй. Ребят, полегче. Так. Хоп, нажал на кнопку. Оу, смотри, у этого чувака есть все шансы. Так, успеет ли он запрыгнуть? Он запрыгнул! Да ладно! Он прошел весь паркур! Дружище, ты молодец! Сейчас, как настоящий победитель, ты у меня отправишься в миксер. Мне кажется, не такой награды достойны победителя. Так, ребята, хватаю вас. Давайте вперед! Вон туда! Туда! Ребят, проходить паркур. Все туда, вперед, мои маленькие миньоны. У меня появилась моя собственная армия мелких подписчиков. Нажимаю на кнопку, успею. Да, успел. Сразу двух поймал в ловушку. Ребят, это супер усложненная версия этого паркура. Я вас буду скидывать рукой. Эй, как? А ну-ка, стоямба. Ты не упал в лаву, да, я вижу? Падай в лаву. Ну, короче, они уже нашли способ обойти весь этот паркур. Я буду просто жмать вот эти кнопки. Бесконечно. Интересно, сколько людей поймаются в мою ловушку? Мне кажется, очень много. Смотри, я уже, наверное, подписчиков 10 здесь поймал. На одном и том же месте. Ребят, ну вы серьезно? Оу, что это за остров? Почему я раньше здесь его не видел? Это что, лего? Окей, чуваки, давайте я попытаюсь собрать лего. Ребят, я взял этот кубик, и у меня все ужасно проглючило. Это какой-то лагающий кубик. А ну-ка ты иди в баню. Смотрите. Хо-хо-хо! Сколько вас здесь, чуваки? Этот баскетбольный мяч только для вас. Опа! Блин, не получилось. Давай еще раз. Раз, два, три. Опа! Да елки-палки. Ладно, вот сейчас будет бросок Майкла Джордана. Вы готовы? Раз, два, три. О-о-о! Да! Прямо в кольцо! Воу! Ладно, я устал это делать из выпуска в выпуск. О-о-о-о-о. Так, ребят, берем с вами вот этих вот двух крылатых клещей. Фу! Этот чувак реально похож на какого-то жука. Фу, какая мерзость! О май гад! Включаем с вами стиральную машинку. Почему она не работает? Эй! Нажимайся. О-о-о-о-о-о! Понеслась! Вот это я понимаю, стиралочка. Слушай, а что будет, если я туда... Мяч. О, успел его схватить. Оу, давайте я сюда помещу мячик. И сейчас мы его активируем в стиралочке. Оу, понеслась. Так, берем мяч, закидываем его туда.
Этот мяч вышибает моих подписчиков из стиралки. Они сами прыгают в стиралку. Вы что, сумасшедшие? Так. Чем здесь можно еще заняться? Оу май гад! Крестики-нолики, чуваки. Камон! Сюда, чуваки! О, это что, это мой клон? Серьезно? Это я. О, я взял самого себя! What? Интересно, а что будет, если я сам себя выкину куда-нибудь? Ну это точно я, смотрите, ник мой! Дайте-ка я скину себя туда. Погибну я или нет? Как вы думаете? Нет, ну я вроде не погиб. Если бы это был я, то я бы уже погиб. Так, ребят, крестики-нолики. Вот сюда все, чуваки. Я вас буду закидывать сюда. Опа. Воу, я их кое-как успеваю закидывать сюда. Давай. Все, кажется, я всех закинул. Куда все пойдут? Вот сюда. Окей. Теперь куда? Куда мне теперь? Объясните мне. Я не знаю, как выиграть эту игру. Вот сюда тыкну. Дальше куда? А, они, видимо, тоже не знают. Ладно. Ура, я выиграл. Сейчас я их затроллю. Я их закрою в этой клетке. Вперед! Давайте. Все, закрываем с вами клеточку. О, получилось! Я их там закрыл. Пока! Ну что, ребят, как вам здесь? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Ладно, ребят, увидимся с вами. Пока! О, тут есть вантусы. Офигеть, я могу прочистить засоры. У-у-у. О, они там все начинают помирать, они ресетуются все. Ладно, ребят, я вас открою, окей? С вас лайкосик. О, ничего себе, здесь облака быстро летают. Все начинают массово запрыгивать в толчок. О, смыв сработал. Давай. Еще смываем. Офигеть, они там толкаются. О, вон они там уже из миксера вылетают. Все прыгают на кнопку off. Что это за вафли микс? Я этого не видел. А, во, смотрите-ка. Вафли микс. А, мы с вами сделали вафельку. Теперь я знаю, как готовятся вафли. Так, закрой для того, чтобы приготовить. Ребят, вы же не хотите застрять в вафельнице? О, вафля, она готова. Так, что с ней делать дальше? Я думаю, что ее, в принципе, можно приготовить вот здесь, на сковородочке. О, нет! Зачем вы это делаете? Это же не огненная вечеринка. Нет, половина моих подписчиков сгорела. Ребят, ну это ошибка, конечно. Зря вы туда запрыгнули. Я нажимаю E to use. Все, ребят, вас уже не спасти. Упси. Он пишет. Все, ребят, это проблема. Так, ладно, мы с вами поджарили нашу вафлю. Нет! Она улетела. Ладно, я никогда не любил вафли. Сейчас мы с вами сделаем котлеточку тогда. Сейчас наша котлетка здесь поджарится немного. Эй. Смотрите, чуваки, что они сделали. Они сковородку выкрали с кухни. Ладно, ребят. Кто хочет вот сюда? На сковородочку. Оу! Они выкинули мою сковородку одну. Ребята! Оу! Пау! Чё-то вам не повезло, чуваки. Так, вафли микс. Еще раз. Закрываем вафельницу. Я сказал, закрываем вафельницу. Только выкиньте мою вафлю, и вам конец. О, что если мы закинем вот сюда вафлю? Закинем сюда хлеб. Так, хлеб я вроде сюда не закидывал. О, все, получилось! Кнопка использована. Они запрыгивают в тостер. И сейчас будет мой готов хлеб! What? Здесь есть пульт управления от чего? Подождите-ка. Кто-нибудь знает, от чего этот пульт? А, видимо, от этого дрона. Дай-ка я нажму на кнопочку вперед. Нет, назад, влево, вправо. Стой, от чего это? Я не понимаю, как он работает. Хо-хо-хо-хо. Сколько людей пытается залезть в дрон. What? Все, они куда-то сматываются. Ребят. Дрон рассчитан на одного человека. Ребят, подождите-ка. Как это работает? Зарядили пульку. И она стреляет. Ничего себе, она стреляет. Пу! Хо-хо-хо. Слушай, а если я возьму какого-нибудь нубасика и закину к себе в пушку? Пу! Я могу запуливать так своих подписчиков. Ну-ка. Пу! А давайте сразу просто попытаемся вверх выстрелить. Давай. Воу! Ребята, запрыгивайте ко мне в пистолет. Я, кажется, научился стрелять как с автомата. Просто вот так вот наводишь пушку, они туда внутрь попадают, и ты ими выстреливаешь. Кто отправится со мной на неизведанную планету? Так, ждем, когда места все забьются. Окей, полетели! Ребята, неизученная планета... Эй, в смысле? Кто здесь поставил свой флаг? Мы с вами сейчас будем изучать эту... Щит.
Неприятно. Лазерные мечи, так вот откуда их можно взять-то? Воу! Я ваш отец. Пу! Пу! Звездные войны начинаются! Та-т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 а! Вы не боитесь моих мечей? Так, сейчас мы с вами накажем этого читера. Слышь, читер? Все, тебе конец. Получай. Видали, да? Вот так вот нужно читерам в Роблоксе. Ребята, смотрите-ка, это ж дартс. Целюсь прямо в яблочко, смотрите. Оба! Эй! О! Эй, почти в яблочко. 3, 2, 1. О! Да в смысле? Оба! Да! Получил! Эй, слышь ты, отойди. Ты мне... Ой, блин, я думал, я взял дротик. Ты не пройдешь! You shall not pass! Та-т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 а! Ладно, ребят, знаете, что я хочу сделать? Я хочу напоследок сделать кое-что очень и очень интересное. Взять одну из этих ракет, посадить туда подписчиков, взять в другую руку этот пистолет. Мы с вами запихиваем туда эту ракету. Вот так вот. Оу, как она сейчас выстрелит! Сажаем сюда одного нубасика. Нет! Турбо выстрела не будет? Эй, почему она не выстрелила? Вот отстой, а. Ладно, тогда, ребята, вы сейчас у меня будете проходить этот паркур. Вы что мои ловушки используете? О-о-о! Чёрт! Я пропустил из-за вас этого чувака! О нет, сейчас он пройдет паркур. Нет, я не допущу этого. В этой игре не должно быть победителя. Мо-ха-ха-ха! Ладно, чуваки, всем пока! Йоу! Рад был вас всех видеть!